Вступили в проект осознанно, признается исполнительный директор. В первую очередь нацелены на модернизацию завода, на увеличение мощности по производству как металлоконструкции, так и сэндвич-панели. И вот после 3 месяцев первые результаты. Сократили потери примерно на 30%. Мы сократили потери времени на прохождение процесса. Мы сократили, время ожидания. Мы сократили время потери на ремонты, потому что внедрены уже определенные механизмы, связанные с сокращением потерь на ремонт. В 2019 году произошла трансформация завода, пришел новый инвестор. И сегодня это более 400 рабочих мест, более 100 тысяч метров сэндвич-панелей в месяц. Повышение конкурентоспособности донских компаний, пожалуй, основная цель нацпроекта «Производительность труда». В Ростовской области он начал работать в 2019-м, и сегодня почти 70 заводов прошли данную программу. Она рассчитана на полгода, но, как показывает опыт участников, промежуточные результаты уже удивляют. Проект позволяет снижать все виды потерь, тем самым снижать издержки производства, тем самым повышать маржинальность компании по своим продуктам, либо за счет снижения такой себестоимости продукции, по сути, повышать свою конкурентоспособность и на внешних рынках, и в стране в том числе. Предприятия самостоятельно выбирают формат участия в нацпроекте. Большинство прибегает к помощи экспертов регионального центра компетенций. Консультационную поддержку оказывают сертифицированные тренеры в сфере бережливого производства. Елена Рябжанова, Тагир Фатахов, Дон-24, Октябрьский район.